до конца регулярки все меньше матчей остается. Что может, на ваш взгляд, все-таки помочь «Спартаку» в плей-офф выйти? Ну, я думаю, вот сейчас домашняя эта серия игр, она во многом может определить. Но я почему-то уверен, что уже и сама команда, настроенная на вход в восьмерку, и чтобы продолжать сезон в плей-оффе. А как вам вообще игра «Спартака», вот, скажем, в предыдущем матче с Уфой? Ну, немножко подфартило нашей команде, но тем не менее, если подправить немножко, я просто говорю, что сверху видно, подправить игру крайних, чтобы они в зоне своей помогали обороняться. И, конечно, защитникам. Защитникам это добавить в борьбе. В борьбе с противником очень много мы проигрываем борьбы. Отсюда и получается лишний игрок на площадке. А в целом так, видно, что настрой, и вот игра показала, Уфа очень техничная команда, очень понравилась, и в пас хорошо играет, индивидуально сильные игроки. Но, тем не менее, у нас желание было, и я бы хотел отметить Воронова, да, 17-й наш, Воронин. Вот если бы каждый игрок нашей команды с таким желанием и страстью играл все эти игры, я думаю, что мы решим задачу, поставленную перед командой. Но сегодня ведь соперник тоже, да, не менее мастеровитый, чем Уфа. Не менее мастеровитый, но более силовой, и очень они любят игру силовую. Поэтому вот здесь бы нужно побыстрее пасик, первые вот организации атаки, а так не проиграть вот борьбу с ними. Ну, я думаю, что игра будет хорошая. И, в общем, мы все ветераны надеемся и ждем, что мы эту серию пройдем хорошо, и уже будет большой задел на выход в восьмерку.